Дина Аверина. Дина Аверина получила за первые два вида упражнений очень высокие оценки 19,3 и 18,7. И следующее упражнение – это упражнение с лентой. Парижа, балет Бориса Асафьева. Браво, Дина, молодец. Браво. Такая сложная работа ленты и просто необыкновенное именно сочетание трудности Дине удалось в своем упражнении показать. И трудности тела, трудности предмета. И сочетание с образом, сочетание с танцевальными дорожками, совсем вместе, было очень здорово. Вот здесь вот у тебя все, да, видишь, натянуто.